Дмитрий Александрович, очень много вопросов поступает касательно мотор-колеса. В первые годы начала проекта о нем говорилось очень много. Некоторыми деятелями даже обещали определенные действия. Но вот какая ситуация по этому вопросу на сегодняшний день? Какие работы проводятся и проводятся ли они вообще? Ну, дело в том, что то, что обещалось, то и делается, и будет сделано. Потому что никто от этих планов не отказывался, но мы неоднократно обсуждали с вами эту тему, что есть задачи первой очереди, есть второй очереди и далее. Потому что спрос на мотор-колеса и, во всяком случае, объемы предполагаемых продаж, в зависимости от емкости рынка, они более-менее понятны. Но они существенно ниже тех объемов, которые сулят двигатели общепромышленного значения. Раз. Второе. На рынке среди оборудования, которое предназначено для производства электрических машин, хорошо представлены электрические машины, оборудование, да, для производства электрических машин, общепромышленного назначения. Потому что много заводов выпускают, соответственно, производится оснастка, производятся станки. Мотор-колесо – это специфическое изделие, достаточно специфическое. И для его производства нужно несколько иное оборудование. Вот возьмем пример команды Zeta. Они же стартовали на наших мотор-колесах. Потом они попытались сделать свои мотор-колеса. Вот даже до того, что там свои схемы, там, ну, не в этом суть. Но они попытались создать оборудование для намотки обмоток мотор-колеса. В результате у них плотное заполнение паза, оставляет желать лучше. А деньги потрачены. То есть, а это не приводит к техническим результатам? Ну, к техническим, это к ухудшению технического результата, заведомо. Поэтому они вынуждены сейчас рассматривать вариант Z с центральным приводом на переднюю ось и в дальнейшем два мотор-колеса на заднюю. Они от этого дела не отказались, но они столкнулись с теми же проблемами, которые мы их предупреждали, что вы с этим столкнетесь. В лоб эта задача не решается. И несмотря на поддержку Минпромторга, президента и так далее, этот вопрос остается. Ну, вот в частности, по обмоткам, но есть и другие проблемы. Мы разговаривали с генеральным конструктором Росавтопром, у них тоже такая же проблема. Они сталкиваются, вот, мотор стоимостью 35 тысяч. Энкодер для него 35 тысяч. Мы же вот опытную партию, когда делали двигатели тяговые, там же тоже двигатель, донор 7,5 тысяч, энкодер 7,5. То есть фактически цена энкодера сопоставима с ценой всего двигателя. Да. Хотя размеру нет. Это вот политика Китая. Почему? Потому что они выпускают. И сейчас мехатроника, робототехника, она сильно зависит от этого. Да, есть энкодеры и на АБС автомобили и так далее. Но они свои специфичные. Да? Есть достаточно дешевые там китайские внешние энкодеры, но они не позволяют получить соответствующую степень защищенности двигателя. Это фактор воздействия окружающей среды. А вот для понимания наших слушателей и зрителей, энкодер, он используется только в тяговых двигателях? Ну, нет, они и в других управляемых приводах. Они используются для того, чтобы определить вращение двигателя, куда вращается, как вращается и так далее. И с него снимаются сигналы управления для контроллера. А, то есть это фактически без него невозможно управление контроллером? Да. Он определяет скорость вращения, частоту вращения двигателя, направление. И там есть такая штучка за датчик. Есть датчики Холла, которые позицию считают, и есть источник сигнала. Ну, есть разные варианты энкодера, там зубчатые колесики, там еще ну, всякие варианты. Но все завязано на то, в каких условиях работает двигатель. Раз. Второе. Какова надежность его должна быть. Два. И третье. Это себестоимость. Естественно, что когда нам Китай предлагает такие цены, надо принимать меры. Плюс ко всему, если бы, допустим, на рынке эти энкодеры, те, которые нам нужны были, представлены от разных компаний, я думаю, что цена бы на них спикировало вниз.
А теперь представьте, как попасть в зависимости от Китая. Мы уже знаем последствия. Да? Помните, с закупкой оборудования? Чехарда какая была. Прекрасно помню. Когда цены взлетали. Повторять такое, ну, наверное, только, как в том анекдоте, только бледнолицый брат может трижды наступить на одни и те же грабли. Да? Нельзя. Поэтому, если мы хотим иметь продукцию и гарантированно ее представлять на рынке, и чтобы нас не дергали, как марионеток, туда-сюда, мы должны, помимо технологии намотки, еще и владеть технологией изготовления этих датчиков, энкодеров, инкрементаров. Те, которые позволят иметь двигатель в достаточной степени защищенности. Поэтому, ну, допустим, там говорят, вот вы показывали, вы демонстрировали. Да, демонстрировали, это демообразцы, там стояли оптические энкодеры. То, что можно было сделать быстро, хорошо, удобно. Но мы же столкнулись с проблемой, что этот энкодер оптический в 318-м мотор-колесе реализуется очень хорошо. В 186-м уже проблематично. А меньше габарит, уже его не воткнешь. А все остальные, которые там внешние и так далее, они понижают резко надежность.